Спортивный арбитражный суд объявил о санкциях в отношении российского спорта. На 2 года наши спортсмены будут лишены возможности выступать под флагом своей страны. При Союзе брали наши все медали. Союз пропал, спорт умирал, побед уже не ждали. И игры в Сочи наступили, наши удивили. Каким-то чудом мы всех победили. Год прошел, у нас шок. Не все так хорошо. Про российский допинг слух по земле прошел. Вай скандал, все пропал. Насроченко всех сдал. После расследования мог доклад свой зачитал. Допинг замечал. У спортсмен ваших вмочал. Флаг и гимн вам запрещал. Все медали чао, чао. Мы тут не при чао. Мстит Европа, отвечал. За Крым, который Украине сделал ручки чао, чао.